Так, перед цим ми продовжуємо прохождення Division 1. Все-таки я вирішив ще й трішки прийти, як переходити до другої частини. Так, як бачимо, світло включили. Ну, так, а повністю пройти не пройшли. Так, швидкий підбор. Крім швидкого нема підбору. Я вирішив потім ЦР устроили здесь братскую могилу, поэтому сюда пришли чистильщики. Старайся избегать с ними контакта, но любой ценой восстанови подачу электроэнергии и вытащи оттуда Ротса. Если он еще жив. Вспомогательное реле обнаружено на пусте 3. Убежище, и может не удастся найти мне каких-то игроков. Окей, ми йдемося продовжати. Ми з восьми вже той дядьку. Окей, на мене зараз той відображається десь. Треба якусь отмічку знайти. Внимание! К вам приближається противник. О, отмічка є, супер. Ти що, чувак? Ти грав у сусіду, ти що ти з топором бізнеш? Ну, чувак какой-то наглый. О! Печатка берем. Треба бы еще пополнить здесь припасы. Раз посмотрим, где мы можем их возобновить. Как перезарядимся. Насколько я знаю, от Ротса можно ожидать чего угодно. Он отличный спец, но немного эксцентричен. Грубо говоря, он долбанутый параноик. Тетенька, ты тогда для него говоришь? Це знаєте, що я можу сказати, що далі всього оружия досить така не хіла. О, ви йдете, ви мені вирішили уровень набити. Давай, уходим, граната! Дай закончити роботу! Так, стоп. Патрик, я вот пошел. Я что-то нашел. Что-то здесь есть. Что-то здесь есть. Рюкзачок. Ну, найс. Там что-то мы подобрали. Хищ, мне предмет уже по. Дальше разобрать с этим предметом. Тут больше ничего нет. По нашим данным, там полно чистильщиков. Они намерены выжечь вирус вместе со всеми, кто попытается им помешать. Действуй осторожно. Так, вирус нам не треба, не треба. Нам вируса. Мы без вируса красивые. Так.
Здесь хотели проложить новую ветку метро, но проект так и не был завершен. А потом начался долларовый грипп. С другой стороны, сроки строительства в Нью-Йорке — это отдельная тема. Активируй реле. В смысле, я электрику запускал, что за хрень? Местная электросеть подключена. Кто там включил свет? Ты либо из ОТГ, либо реально заблудился. В любом случае, спасибо. Внимание, по всем данным, эта зона закрыта. Я резко бежу, чувачок, не переживай, не сил купот. Вы выходите из зараженной зоны. Тихо. Активирую дополнительное реле. Где тут релешка? Вот релешка. Давай, давай, что ты не нажимаешься? А, черт, у меня тут работать некому. Вы по инструкции действовать способны? Мне потребуется ваша помощь. Мы готовы оказать тебе любую помощь. Отлично. Нужно будет перегрузить несколько реле. Да йо, без проблем. Я ж по зараженной зоне бью, не да? Дивно, куда ты бить? Ясно, стелс-режим не вдався. Юнорот, я вицелив, навіть не представляю, як треба для вицелів ходити. Я куди ССР? О, збійсті, блин. Я вже думав десь далеко. Внимание! К вам приближается противник. Ты правда сработала? Теперь утечек в Нижний Манхэттен быть не должно. Еще парочка таких трюков, и все будет в норме. Значит, это ты стреляешь? Я так и думал. Кстати, тебя мог услышать не только я. Серьезно? Внимание, вы вступаете на зараженную территорию. Внимание, к вам приближается противник. Бросати той в зараженої території, або мені тут таке кажеш. Ой, а ти откуда? Ого-го-го-го, чувачок, где ты, где ты? Yeah.
Здрасте, ты тут или здесь же мне подойти? Ой, ой, серьезно, дальше. Jedno často děti s špičkami hrám. Podključuju doplnitelné relé. Čovek, ty co takový? Vy pokidáte zaraženou zónu. O, slavu. Vnímání, k vám přibližuje se protivník. Ой, всем это вообще не нравится. Дай закончить работу. Слушай, Хокмун, иди, я закончил работу. Внимание! К вам приближается противник. Извиняюсь, извиняюсь, треба побегать им. Не-не, не думаю, что я сильнее. Я думаю, что мало моих хитрей. Восьмой уровень нажат, снайперская винтовка, бля, свободна. Ну шо, помалу чапаем, чапаем. Моментик, моментик, комплиментик. Вот так. Надеюсь, ты видишь в темноте, потому что тебе придется топать до центра управления. В смысле? Чем скорее отсюда выберемся, тем лучше. Все равно. Эй, секундочку. Что секундочку? Проверка, проверка. Ай, как же это сухарет? Так, теперь у нас центр управления. Просто хочу предупредить, сейчас тут станет очень темно. Мне придется перезагрузить систему, так что все отрубится. Правда, ненадолго. В вашу группу вступил новый агент. Долбать, голодить. Какие тут роскошные генераторы. Кажется, Сэнди вправила мозги снабженцам. Эти штуки ядерной бомбы не убьешь. Правда, модернизировать их тоже задолбаешься, но может нам повезет. Ты смотри, работает. О, найс. Мне сейчас все врага. Вот дерьмо. Чистильщики. Я-то думал, ты их уже того. Того. Опять эти вонючие козлы. Давай. Нас двое беру. Чувачок, ты куда? Ты умер. Внимание! К вам приближается противник. Конечно. У нас там больше никого нет. В смысле? Да. Значит, чистильщики, я в жопе.
Ваш агент спецотряда ранен. Чувак, живи, живи, живи. Срань господня. Чувак, да, все тупо, готово. Блин, система работает. Лампочки горят зеленым, и электричества теперь хватит на целый Вегас. Я тут все запру, чтобы никто сюда не залез и не поднасрал нам. Помогать тут уже не с чем, так что поднимайся. Я сам выйду, когда закончу. Ну, собственно, и все. О, момент. Ой, момент. Настройки. Управление. Видеоинтерфейс. Ого, ну пошли, чувачок. Пошли. По всем данным, эта зона безопасна. Пошли. Не можно открыть еще. Загрузка пошла. Агент, электроснабжение стабилизировалось. Благодаря тебе мы снова можем работать. Ротс уже возвращается, сопровождать его не надо. Увидимся на базе. Внимание, вы выходите из безопасной зоны. Тарарам. Так, а ну посмотрим, что наш чувачок. Так, моментик. Так, сейчас чувачко и напишем им, чтоб за мною дальше подорожувати. Так, тара-тара-тара, где наша команда? О, наша команда. Стал мой час, ёпта.
Так, а зараз мам момент. Так, що тут подробно ігрока. Ну, подождем. Що наш друг написав? Так, быстрое перемещение. Опа, перемещаем. Ты молодец, но нужно работать дальше. Кстати, я чучка пропал. Зараз посмотрим. Ну давай рассказывай. Ну что тут? Слушай, я не сентиментален, но я тебе обязан, так что спасибо. Только я-то знаю, тебе от меня не спасибо нужно, а кое-что другое. Например, чтобы я навел тут порядок. Госстандарт, как я посмотрю. Так я и думал, что планка качества по-прежнему ниже плинтуса. Нужно качество тебе в частный сектор. Вот что я понял в Басре. Да. На одном честном слове город долго не протянет. Нужен свет, вода и все остальное. Это до тебя уже поняли. Говорят, когда пошел расколбас, много ваших пропало. У меня есть теория на этот счет. Но это ладно. Ты, когда будешь шастать по городу, поспрашивай, что с ними стало. Может, их вирус убил. Может, бандиты. Может, сам город раскрыл свою гнилую пасть и сожрал их. А что за... Да, все возможно. Такое уже было. У меня так жена погибла. Это чудо, что я еще жив. Говорят, пессимист. Это разочарованный романтик. Да. Что за мудак это придумал? Короче, попробуй что-нибудь разузнать. Я тебе подскажу, где что включить. Только смотри, чтобы этот город и тебя не сожрал. Так, наш дружище, мы тут, а? Короче, там можешь улучшить. У нас есть 700 очок. Оп, стоп. Там я же не видел. Боже, я могу турельку себе. О.
Здорово. Модернизация — это всегда хорошо. Спасибо за помощь. Ну и так. Отсюда можно следить за инфраструктурой. Тепло, свет, вода. Отлично, агент. Так, зараз мы собі можем кастимизировать. Найс. Помодифицируем. Ну и денёк, да? Так, ствол пока что нема. Но этот нету. Окей. Зато у нас есть турелька. Найс. Нам очень нужен Родос. Я рад, что тебе удалось его спасти. Тара-тара. Так, зараз посмотрим с нашим парнем. Смотрите-ка. Мы можем поскать, куда бы нам пойти. Нужно зачистить весь этот... Так, где наш товарищ сидит? Так, товарищ нас, конечно, написал. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут есть. Кстати, можешь посмотреть, на что у нас еще? Ага. Сейчас. Кстати, нам треба все получать. Так, о, новик 2 тайны. Супер, супер. Зараз мы пойдем сюда. Ты вообще как? Все-таки убежал от них, да? Ты ведь понимаешь, думал, уже не выберешься. Я думала, они на... А, посмотрим, что у нас можем. Идеально. Даже не знаю, как тебя благодарить. Хотя, у меня есть бутылка вина. Так. Я сейчас занят, потом все обсудим. Конечно. Вопрос стоять. Соблюдай осторожность. Да, Злис явно играет по крупному.
Так, за турельку я знаю. Ага, вот как. Ясно. Да. Так, моментик. Посмотрим, что наш друг нам написал. Так, зараз мы посмотрим. Чёрт. Ага. Ну... Ещё один поганый денёк. Як тут меню їхнє? Так, момент. Ты же человек. Веди себя по-человечески. О,